Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчина один говорит, что он может грустить, сожалеть о бывшей и влюбиться при этом в новую. И любя новую, продолжать грустить о бывшей. Я утверждаю, что это невозможно, что ты эмоционально вовлечен в новое любовное чувство, или это не чувство вовсе, а просто симпатия. Он лукавит, как вы считаете? Анна, скажите, пожалуйста, почему вы решили, что мы знаем? Почему вы решили, что мы знаем, лукавит ли человек или нет? Ну, почему вы думаете, что мы можем это знать? Нам его мысли в этом смысле неизвестны. Нам неизвестно, что это за человек. Понимаете, в зависимости от того, какова личность, находящаяся вот перед нами, да, можно делать выводы. Но только в зависимости от этого. То есть нельзя делать выводы, опираясь только на вот такую довольно коротенькую ситуацию. Вот. Да, у меня возникло ощущение, что мужчина, он, не хочет раскрывать перед вами все карты. У меня такое чувство возникло, конечно. Отрицать, подробно, было бы, наверное, некорректно. Это правда. Но я не знаю, с другой стороны, каков опыт человека. Я не знаю, с другой стороны, какова его личность. Может быть, действительно, он имеет возможность грустить по бывшей, при этом, находясь в отношениях. То есть в этом смысле я не вижу здесь чего-то плохого, я не вижу. А здесь какого-то лукавства. Это на самом деле может быть так. Даже если вам, например, довольно, сложно в это поверить. Вот. И мне кажется, что ваша невера в это, именно то, что вы не верите в это, связано с тем, что вы не уверены в себе. То есть вы не уверены в том, например, что человек вас, допустим, ценит, любит и так далее. То есть вы не уверены,
свои собственные ценности, получается. И отсюда говорить о лукавстве. Вот. Не принимая некоторую особенность, если угодно, восприятие человеком реальности. Может быть, вы руководствуетесь такой достаточно, ну, на мой взгляд, утопической позиции, что вот если, ну, если ты находишься в отношениях, да, то это значит, что вот ты должен там только со мной, только обо мне думать, только на меня направлять свою энергию. Я встречался с такой позицией, вот, когда человеку натурально предъявляли претензии по поводу того, что он как бы тратил энергию на кого-то еще. Вот. На мой взгляд, это в высшей степени странно, потому что опыт, ну, повторюсь, опыт может быть у всех разным. И вам это нужно учитывать. А вы спросите себя, вот лично для мужчины, чего вы хотите? То есть, ну, вот, ну, просто вот. Чего вы хотите для человека сами? Интересен ли он вам, как, ну, например, как личность? Просто. Любопытен ли он вам? То есть, ну, если у вас вот к нему такое любопытство, ну, можно сказать, здоровое, да? Хочется ли вам делать его счастливым и так далее? Вот. Вот я думаю, такой примерно ответ вам можно дать. Ну, как бы вот с этой точки зрения, да, и с этой, ну, позиции, так скажем. Вот, потому что, на мой взгляд, сейчас вы уходите вот куда-то немножко не туда. Вот. Ну, не в ту сторону. И немножечко смещаете фокус своего внимания из-за этого, конечно же. Вот. Поэтому столь категорично отрицать возможности чувствовать другого человека является, конечно, довольно деструктивным.
для отношений, ну, любых отношений, ваших отношений в частности. Вот. Поэтому я бы, конечно, посмотрел, ну, посмотрел бы на то, что вам может мешать воспринимать вот человека, да, таким, как он есть. А если такие моменты присутствуют, да, если вот вам действительно что-то мешает, то лучше разобраться с этим, как с вашей собственной проблемой. Не перекладывая и уж тем более не обесценивая то, что ну, то, что чувствует другой. Вот, даже если вам кажется, что это не так. Вот, ну просто потому что, на мой взгляд, вы здесь больше пытаетесь вот со своей тревожностью бороться таким образом. Вот. Ну, другое дело, что не получится у вас, скорее всего. Все равно вам будет казаться, что человек лукавит. Если вы не доверяете себе и, соответственно, не доверяете ему. Вот. Такова система отношений. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи, старайтесь не задавать вопросов касающихся других людей, старайтесь больше интересоваться собой, мужчине также можно говорить о своих чувствах. В этом ничего такого нет. Вот. Удачи вам, всего самого доброго.